6 квалификационных матчей отделяют мужскую сборную Беларуси по баскетболу от основного раунда чемпионата Европы 2017. Подопечных Александра Крутикова ожидают встречи со сборными Эстонии, Польши и Португалии. Первый матч состоится на выезде 31 августа в Прибалтике. Напрямую в основной раунд континентального форума выходит одна команда, а после добираются еще 4 лучшие дружины из всего предварительного раунда. Сборная Беларуси сформирована вновь. Тренерский штаб просмотрел более 40 кандидатур и выбрал 18 лучших баскетболистов, которые уже прошли успешный ряд международных матчей. Мы сыграли в Польше хорошие 3 матчевые встречи с американской командой. Мы сыграли очень хороший челлендж, Atlas Challenge в Китае. И 3 игры мы сыграли с национальными командами Нидерландов, Литвы, Венесуэлы в Литве. И вот та группа, которая сейчас присутствовала, заслужила на то, чтобы получить эти майки. Одним из весомых приобретений сборной стал тяжелый форвард, игрок немецкого клуба «Бамберг» Владимир Веремеенко. Главным аргументом согласия спортсмена стало большое желание пройти в основной раунд Евробаскета. До декабря месяца я принял решение, что приеду в сборную, и всячески поддерживал отношения с тренером и говорил ему об этом. Команды, с которыми будем играть, та же Польша и Эстония, очень сильные по составу. Ну, здесь все, как говорится, это не длинный сезон. Здесь игра складывается с 2 игр, дома и на выезде. Просто нужно постараться, как говорится, сделать все возможное и захотеть, я не знаю. Если по-настоящему захотим, то, я думаю, может получиться. Ну, на очень.